и расскажет. Вам стойка нужна? Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником вас всех. Хотела напомнить, что наши семьи – это не только наши любимые мужья, жены, наши дети, но это наши любимые родители, наши мамы, папы, бабушки, прабабушки и все наши предки. Поэтому сегодня для вас прозвучит стихотворение Андрея Мельникова. «Все, что происходит с нами». Все, что происходит с нами, мы как-то странно делим пополам. Если радость, празднуем с друзьями, а с бедой приходим к матерям. Заняты работой и делами, день за днем в потоке суеты. Мы не часто думаем о маме, слишком редко дарим ей цветы. Но мама нас все равно нас любит, что бы ни случилось, не предаст. Все простит, обиды все забудет, руки, душу, сердце все отдаст. И второе стихотворение для вас, Роман Миронов. «Посмотрите в глаза родителям». Посмотрите в глаза родителям, только очень прошу, внимательно. Как грустят, когда вы обидели, хоть скрывают порой старательно, как надежды лучатся искренно. От беды заградить стараются и воюют за вас неистово, если что-то опять случается. Посмотрите в глаза родителям. Их любовь вы ничем не измерите, ведь они ваших душ хранители, если в ангелов вы не верите. Посмотрите в глаза, любимые. Навсегда-навсегда запомните, что они лишь тогда счастливые, когда вы их собой наполните. Спасибо. Спасибо большое. Мы вручаем Надежде благодарственное письмо за помощь в организации и активное участие в проведении социально значимого мероприятия, посвященного Дню любви, семьи и верности. Надежда, спасибо вам большое. Это было невероятно здорово. И, конечно же, небольшой презент от нашего спонсора сегодняшнего мероприятия. Спасибо большое, Надежда.